Доброго времени суток. Сейчас вам расскажу о том моменте, как сделать свой фирменный стиль. Если у вас серьезное предприятие, то хотелось бы, чтобы у вас какие-то были надписи, соответствующие там своего предприятия. Вот у меня Funny Mushroom School, и, ну, это я показываю на старом халате. Вот здесь когда-то были такие вот надписи. Уже просто халату много лет, он уже такой подуставший. Но это не так суть важно. Я сейчас расскажу, как очень просто сделать такой трафарет на любом халате, который вы будете там использовать. Значит, первое, что вы сделаете, это вы напечатаете вот такую. Первое, вы напечатаете вот свой логотип просто на бумажке. Потом, после того, когда вы его напечатали, я, ну вот здесь у меня широкого такого не было пленки, я его заклеил вот полосками скотча. То есть здесь он заклеен скотчем. После этого сзади с другой стороны приклеиваем копировальную бумагу. Она здесь приклеена вот тоже скотчами. Вот, естественно, копировальной стороной вот сюда. В дальнейшем на ровную поверхность вы ложите ваш халат. Помещаете сюда вот эту бумажку. Берете ручку. И делаете вот тот же самый отпечаток, сначала наводите контур. После того, когда отпечатаете этот контур на халате, эта штука снимается. У вас остаются контуры. После этого обыкновенно, или если это будет белый халат, например, черным маркером, ну, в зависимости от цвета какой будет. Если он оранжевый, то, естественно, будет лучше, хорошо будет видно именно черный маркер. Но если здесь темного цвета халат, то черный будет не так ярко видно. Поэтому можно использовать специально, ну, в общем, где-то у меня нет. Значит, продаются белые маркеры. И белым маркером, соответственно, по тем контурам, которые вы сделали, вы можете нанести этот логотип на халат и таким образом сделать свой фирменный стиль, когда будете снимать там видео про свои грибы, там, сельцовские или еще другие, то вот сделайте себе такие халаты с логотипами. Я надеюсь, что мои советы будут вам полезными. Подписывайтесь на канал и смотрите дальнейшие публикации. С вами был Максим.